остановился снять вот такое поле, не поле, то есть часть поля, тут где-то 2 гектара посажено лук на зеленку, именно вот полевой. Многие спрашивали, как вот полевой выращивается, но здесь имеет значение именно определенные сорта. В комментариях напишу, я знаю, там сорт Вулкан, еще как-то называется. Ну вот чуть-чуть его тут, как вижу, цепляет чем-то, ну типа мучки, видать. Но его обрабатывать нельзя, так как он идет сразу на столы, идет в супермаркеты. В данный момент сегодня 1 сентября. Фу, вообще запутался. Сегодня так, 7 сентября. И вот этот лук идет на продажу в супермаркет. То есть, когда этот лук закончится, а не будет возможности у тех, кто не посадил, допустим, Штутгарт, тот же из Сивка, который поднимается с 1 августа у нас. И будет такой промежуток, когда вот этот полевой лук закончится у всех. И не начнется полевого. Вот здесь видите, выборочно он уже убран, зеленый. То есть, когда не начнется еще тепличного, не будет еще тепличного лука, вот тогда самое время заходить в рынок, особенно новичкам. И как сказать, и попадают люди в ценник. Это октябрь месяц, так как основную массу, все, кто будет сажать халцедон, каратал, дайтону, там, ну, вообще мелкой фракции, некоторые вообще просто берут мелкой фракции лук, без разницы какого сорта, и, то есть, само собой, там подешевле. Как продовольственный лук мелкий идет, как второй сорт, в отличие от Штутгарта. Вот здесь уже видите, этот же зеленый лук, но это он переросший частью. Ну а так, в принципе, неплохой. Вот он с такой ножкой лук. То есть, ну и он очищается, само собой. Вот. Таким образом продается. Посмотрите, сколько здесь его. Ну все, в принципе, хотел показать. Многие спрашивали, как выращивается лук в поле. Я технологию это не знаю. Сажали, пробовали мы в том году, но у нас ничего хорошего из него не вышло. Мы сажали чернушкой Штутгарта. Нужны именно вот сорта, они очень дорогие относительно на зеленку. Вот видите, как это все красиво выглядит. Ну, в день уходит, а то на 2 зелени у ребят уходит. Напомню, сегодня 7 сентября 2017 года. Средняя цена такого лука 70-80-90 рублей, но она постоянно плавает. Когда дождь, допустим, пройдет, если дождь пройдет, то ценник возрастает. Ребята утаскивают его на закрытое помещение, как бы, и там уже перерабатывают, то есть, и, ну, моют, то есть ножку моют. Ну все, всем пока. Здесь вот рядом укроп был, и, ну, до сих пор он там стоит. Сейчас на засолке тоже, в принципе, неплохо уходит. Все, теперь точно всем пока.